Начинаем. Всем привет. Сегодня Всем будем привет. смотреть постройки. Райдинг. Райдинг. Райкинг? Ну давай тогда начинать. Так, вот 44 мое. О, ну мне кажется, тут есть механизм. Да, тут пушка верхняя крутится и остальные все стреляют. Ну еще есть таран. Ну такой мини-таран. Ну, так, опускай тогда. Главное, что выглядит натяжно. Ну да, как из мультиков Геранда. Да. Сейчас. Еще на дистанционном управлении. А где стульчик? Вот портал. Мне интересно, ракеты стреляются? Ну, ракеты не стреляются. Но я планирую в будущем еще больше сделать. Так, а вот я вижу стульчик. А зачем ты его так спрятал? Ну, например, если с человеком воюешь, чтобы было лучше. Чтобы больше жил бы. А как камеру включить? Сейчас это... Так, попробуй так. Я уже давно ими не управлял. Ой. Так, может, С? Да нет. На С это задний залп. Тап. А вот, нашел тап. Управляется он хорошо. Так, получается, нажимаю на F, и у меня передние пушки. Да. На Z это левые. На Z это левые? Да. Х правый и С задние. Так, и С задние, да. Ну тут дым еще. А еще тут что есть? Так, QE вращается башня. Еще на Shift такое мини-ускорение. Так, сейчас. Смотрим. Там турбина на Shift. Так. Я нажимаю на Shift, и он начинает быстро лететь. Ну да, типа... турбины эти красные становятся. А зачем это надо? Ну, чтобы ускориться вдруг куда-то. Или куда-то в поворот зайти нормально. Вот тут вот еще так. Динамит тут установлен. Где? На таране? Я про таране. Да, на таране. Ну, вот. Можно это тут все... А, один только? Нет, не один. Но я могу все механизмы тебе показать. Ну, давай. Тут не очень много. Ну... Хватает. О. А, на леденцах едет. Ну, а зато реалистичность и гусеницы сбить можно. Куча пушек. Ладно, скрывай механизмы. А, заново лучше загрузи, заново. О, нет, стой, 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 я выбегу из портала. Давай. Ну, давай попробуем чем протаранить тогда. Так, сейчас будет... Чем это? Ну, просто если спавнить, то оно будет там рядом с твоим. Большие. Может заранее ПВП включу. Ой. Но обычно все улетает в космос. Ну, может даже и КВ улететь. Давай, садись. Сейчас ты будешь это взрывать. Что-то наподобие танка. А, сейчас ПВП врублю. Сначала попробуй спуск. Ну, поехали. Не, ну, он должен был улететь в космос. Ну, много железа. Назад. Огонь из всех пушек. F. F. Давай. Ну, самое главное, что он изнутри всю, всем их механизмы ломать и так далее. Это очень хорошо. Ну, потому что когда баг какой-то с пушками. Стой, а у тебя там ЧНС спереди осталось? Что? Динамит спереди остался? Ну, только две штуки. Так, ну ладно. Ну, попробуй тогда взорвать макет просто. Сейчас, подожди, пока не стреляй. Это легко будет. Подожди, еще не готово. Подожди, еще не готово, перекрасить надо. Да, жду, жду. Давай, все, попробуй. И еще потом другим залпом. А, ну все, не могу уже другим залпом. Ну и еще можно со всех пушек стрелять. Так для ПВП очень хорошо подходит. Да. Меня попробуй. А, ну это подзарядка. Подождем. Давай, попробуй меня. Давай. Ты, пожалуй, не прыгай. А хотя... Ну ты немножко без кепочки осталась. У меня еще есть город, но он не совсем достроен, но там есть на что посмотреть. Город? Да. Ну... А ты мне еще один танк присылал. Из двух игр. Что? Ты мне еще один танк присылал, я помню, какой-то. О, да. Рад ты? Да, в нем управление очень сложно. Ну, базовое есть, но там задние пушки крутятся. Я так дальше. А, я, кстати, у него тоже на дистанционном управлении. И он более такой, детализированный. Да, массивный. Ну, цвет, именно. Пушки от Е100? Я думал, там от Мауса пушки. Ну, от Мауса? Ну, это... Ну, так получилось. Или Е100, но их немножко удлинил. Где тут вход? А, вот. То же самое, прям. Давай я попробую. Тап. Давай. Так, он может ехать. Это всем известно.
Еще кем ой, антиаэр еще есть. Да, против самолетов тут есть эти гарпуны. Так, ну начнем. Сейчас буду проходиться по клавишам. EQ вращает главную. Так, дальше. F пушки. Тут еще до это поднимает. Так, дальше J. Тут ничего не. О! Пушка поднимается, опускается. Кейпад? Ну так, есть еще другие ой. Цифры. Я нечаянно пушку взорвал. Один кейпад стреляет из пушек, другой. Такой так, гарпун. Вот я нашел гарпуны. Так, дальше. А задние пушки? Z. Я нашел. Z X первая. Вот это вторая. Исправление трудно на задник. Пушки. Тебе но... немного притянет. А! Могу удалить гарпун. Вообще можешь заново загрузить? А нет, стой, я вылечу отсюда. Заново загрузил, у меня есть идея. Вот, вашим услугам рады. Так, можешь вот это кресло... Стой, перезайди в команду... А, нет, я должен перезайти. Подожди. Прими в команду. Да, все. Так, теперь прими режим общего строительства. Все. Ну, я понял, ты хочешь в рату сидушку перенести. Ну да, потому что... Начально он был... Я внутри хочу его скопировать. Даже есть специальный отсек. Где? Я буду наверху сидеть. Подняться. Вот, вот есть и люки. А, кстати, на рату можно много где посидеть. Ну, у тебя магнитных полей, конечно. О. Много. Так, теперь мне нужно сделать еще кое-что. Мне нужно... А, ладно, сейчас. Ты лучше на базу возвращайся. А, ну ладно. А, ты самоубийца хочешь? Нет, ты что? Я хочу, чтобы была битва раты и КВ-44. Загрузи его, загрузи КВ-44. Ну я могу тебя изнутри разорвать. КВ-44 включи. На нем КВ-44 плохая броня, но зато оружие. Так, теперь я буду ехать назад и стрелять попутно. Сейчас. Все, Паша, поехали. Давай, я задними пушками покачаю. Может, тебя сразу попробовать в космос? Давай, стой, сначала таран. Подожди, я дай развернусь, так нечестно. Ну, на маленьких таран более хорошо работает. Ну, давай так. Да я больше, чем ты даже. Это какие-то несоотношения размеров. Ща будет все. Давай, врезайся в меня. Уф. А, что-то не сработало. Что-то не сработало? Все сработало. А, может, потому что мы... Ну, моя постройка. Ну, да. Ну, поэтому стрельнуть попробуй меня. А, спасибо. Ну, просто у тебя раты какой-то большой. Ну да, это твоя постройка, поэтому ты мне ничего сделать не можешь, только я могу тебя побить. Да, ты меня уже разобрал. Не, ну у тебя тело осталось. А, в КВ где-то плюс 100 пушек. Просто кто... Я могу тебя отсюда... Ты не можешь убить. Мне ничего просто сделать. Это вот в этом проблема. Потому что... Могу тебя достать. Ай, моя кепка! Нельзя... Ну ты реально мне ничего сделать не можешь. Если бы один из них был бы моим, один твоим, тогда можно было бы настоящую битву устроить. А так нечестно. Как будто у меня броня, которая вообще не пробивается. Но так-то раты вообще большой в сравнении с КВ-44. Ну раты был большим. Ну, КВ-44 был больше, все-таки. Ну, я могу задней пушкой дать. Огонь. Ну, КП потратил тебе? Нет, вообще полные. Ну ладно, все. Тут уже у меня везде пушки сломались. Если бы один раты был, другой кого-то. А как я тебе сломал? Ты в себя стрелял? Я рассетнул все. Ну, просто я тоже могу себя взрывать твоими пушками. Давай. Так, ладно, давай тогда дальше. А танки... А нет, они не успели уехать. Это что за постройка была? Блок. Да, вот, шикарно. Так, что хочешь дальше? Еще подводка есть, город. Там больше паркур-город. Давай, пошли. Куда хочешь сам. Город? Ну давай, город. Почему я не могу повторить? Ай, у меня не подписаны ячейки. Ну, сейчас, подожди. Загружается? А, вот, да, с первой попытки. Беги! Бежа. Пока можно. Здесь что, коллизия вырублена. Там какие-то кнопочки я вижу наверху. Да? А нет, это монстр. Это НЛО, я понял. Ну да. Изначально я строил втроём с другом, но потом они ушли вдвоем, прокачать где-то помогли, и все. Дальше я все сам. А что это вообще за город такой? Ну,
Он у тебя из игры. А внутри что там в крепости? Ну тут ничего толком нету, это тамплиеров, можно сказать. Тут больше паркур, тут на башню можно залезать разные. На церковь. Там, вот там лошадка без головы. Ну недостроена толком. Стёклышки такие красивые. Так, а вообще что это такое? Паркур город? Да. А. Что, на церковь можно. А куда паркурить надо? Вон на самый верх. А как? Я тебе скажу, это очень долгий, довольно трудный. Тут некуда-то паркурить. Ну, туда надо залезть в дырку, а потом надо по люстре там... По люстре? Ну, не по люстре, ну, по деревяшкам. Там будет дырка. И, кстати, здесь есть... Ну, ай, а дверь немного. Закрыта-то. Я выбраться не могу. Вот тут можно залезть, во. Здесь плита, и вот так. А, читерский способ. Я еще буду квест строить. Ну, квест с историей. А куда идти-то мне? О, наверх. И на ящик. И на крышу. А! Нет, ты... Ну, это сундуки такие пасхалки. Если хочешь... А, я вижу, смотри. Вижу. Ну, если хочешь подольше попрыгать, то можно к ним подходить. Нет, я не хочу подольше попрыгать. Но ты мне не говорил, что в крыше есть дырка. Ай, ты что, тут коллизию убираешь? Не убираю. Ну. Во, здесь... Немного видно, вот торчит, во, штука. А, ну, и на нее будто я прыгаю. Там есть еще дополнительно, чтобы лучше стоять. Так, вот я вижу. Вот. Прыгаю сюда. Можно с джетпаком? А, мне, кстати, в команду просит, не знаю, друг ты или нет, принимать. Ну, если он смог сюда зайти, иначе принимай. Да. Так, все, я выбросил через крышу. Вот, теперь там надо будет по плиткам на башне паркурить. По каким плиткам? Но они тут еле видны. Могу я себе покрасить стенку, если хочешь. Да, ну давай. Нитки. А вот. Надо а зачем мы забираемся на самый верх? Ну, сделать, можно сказать, прыжок веры. Тут еще выше. Тут, можно сказать, еще головоломка паркур. Да, потому что не найдешь, куда прыгать. Все, я на конце. Там не конец. Ты заходишь вот так, тирану туда. Куда? Туда. Прыгаем! Там, где веревка надо было. Вот. По веревку, потом прыгаешь туда. Ты, кстати, прочитерил немного. А, нам надо было забраться. Еще кирпичи были. Так, дальше, что тут такое? Ну тут должен быть поезд. Ну его здесь нету. Это ну, что? Он уже проехал. А, ну это последствия. А, ладно. Так, это крепость. Да. Ну он тут плохо обустроенный. Ну тут ничего нет вообще. Ну здесь еще можно разные режимы и думал. Войну, так берешь меч и... Да-да-да, вот так. Ой, я забыл, у нас ПВП. Чё, реально можно? Так, тут есть домики еще. А. Тут два клана. Кстати, тут есть секретная база ассасин. Ну, это ассасин скрытый, что игра. Так, наверх тоже, наверное, может пойти. Ой, здесь тоже. А что внутри домика? Домик открой. А, ну тут домик немножко пустоватый. А, ну тут еще немного... А, стой, прими режим вообще строительства. Да. Так. Во, кстати, там. Открываем дверь. Покажу. Тут везде дома пустые. Ну, кроме одного. Да, пустые. Вот. Идем за мной, я тебе покажу. Здесь. Это скрытая база. Тут, если зайдешь, то ничего толком нету. Если зайдешь. На первый вид, что ничего не будет. А что это вообще? Боком надо пройти. Ну, это простой домик. Ну, за скрытый, можно так сказать. О, кровать проработана. Да. Вот идем, здесь секретно покажу. Это база второго клана. Здесь. Кактусы из металла, да? Ну, выглядит как иголки. Кактусы из титана, хорошо. Где я секретная комната? Во, я тут. Прыгай. И что это такое? Ну, фонтан. Сундук. Ну и опять секретный. Какие-то символы вот везде. Меч. Что это за символы? А если сено ветром сдует, что тогда будет? А, ну у нас это сено новые технологии. Не сдует. Ну ладно. А это что за летающие разработки? Ну, это мы копировали и вставляли в дом. Ну точнее, я копировал. Вон, сено упало. Я же говорил, упадет. Ну, это уже черная магия твоя. Не, ну я ничего не сделал. Тут вещи для копирования получается. Да, да. Дом. Так, ладно, давай. Ой, дальше тогда. Вот смотри, там человек паркурит.
Да-да-да. Вот. Ну что надо, ну, наверх этой башни залез. А, тоже залез, можно? Прыгнуть. Заново загрузи тогда заново. Что? В сине даже спрятаться можно. Седуха. Кстати, так тебя даже не видно. Потом меч берешь, там кто-то тебе подходит, и сразу... Так. Вот так шумых. Вот. Так, а где паркур-то скрытый? Сверху, да? Да. Ну, есть два способа залезть. Вон, давай. Так, ну вот так. Позабыл. Если что, веревка толще, чем кажется. Толще? Это да. Ну, дальше, наверх надо идти? Вот, веревка. Да. Какой вот толстый. Тут еще, не знаю, любимый ты или нелюбимый плит. Сюда прыгаешь, и тут плита должна быть. Видишь? В каком месте? Опа. Ой, да, ты понял. Я не понял. Типа так? Да-да-да, и так дальше залезать. Да. Надо было прыгнуть. У меня странно немножко это вид. Запугался. Давай, пошли. Давай. Ты надо где-то а, вот тут плита просто, я вижу, стоит. Да-да-да. Из-за которой я падаю. Сейчас. Нет, ты сделал нормально. Вон же. А, видишь ты эту плиту или не... Я ее не увидел. Правильно, и все, и пошел. Да прыгать не надо, не советую. И дальше не прыгать только не надо, только проходить. Аккуратно. Блин, ну один пиксель. Оп, два. Еще немного и на лестницу. Так. Да, я не знаю, какой ассасин тут это все проходит. Ну, у меня друг проходил, я проходил. Я, если я сейчас прыгну, я упаду. Да-да-да, там очень легко упасть. Я паду, много паду. Да, через, надо деревяшки, из деревяшки прыгнуть в стенку. Какую стенку? В стену. И прыгай. Ой, ну, промахнулся, да, разбился. Ну, миссия выполнена. Миссия выполнена. Дай-ка попробую все на упасть. Такой кто-то за тобой бежит, супер-супер крутой паркур проходит, и так... И пропал. Да. Ты сейчас сидишь. Тут можешь ты любой сесть, его видно не будет. Ну, получается, два паркура еще и есть? Ну, нет вроде. Так, ну давай тогда смотреть следующую постройку.